Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, нажмите на колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых видео. Это продолжение партии за Японию в Sid Meier's Civilization 6 со случайными технологиями и режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что было в начале, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку и приятного продолжения просмотра. Так, это не у нас, это где-то далеко. На треть ускорение. Ну, сейчас будем вырубать леса, надеюсь, побыстрее станет. Банк и рынок — это нам сюда. Ну, Кате пофигу, что так перебрасывать, что так он подходит. Ну, с Кабул. Неужели он в Кабул вливает, ну? Вместо Женевы. Интересно. Социальную инженерию ускорили. Построена великолепная театральная площадь в Киото. Где можно взять быстро одно очко эпохи? Апнуть какой-нибудь юнит. Ну, но я вот использовать купил, ресурсов. Получается. Лошади у тебя использовались, железо использовалось, селитра использовалась. Да. Перекупить у кого-нибудь город-государство. Перекупил уже две штуки. Все равно очко не дали. Монумент, покупаем торговца. Так, где у нас тут еще были? Вон сверху, наверное, туда тогда пойду. Так, слушайте, так я тут сейчас, блин, я походу... Ай, первый, блин, один ход. Зачем я это все сделал? Столько очков эпохи насобирал лишних. Рек предложение. Тут бы я Рейну прокачал. Конечно, на один ход, но там и на производство. Так, сейчас, смотрите, тут сколько сейчас? 15 науки и 15 золота. Кайф. По культуре, видите, как я улетаю. Я уже, то есть еще никто торговую республику не открыл, а я уже открыл и урбанизацию, и национализм скоро открою, потому что все еще, то есть Аютхая — это какая-то, это какой-то чит по-хорошему. Давайте после индустриализации в экономику. А для экономики нам надо... Ну, два форта не построю, два банка можно. А, тем более, у меня один банк в Якогаме сразу построится. Вот через два хода я... Займи, пожалуйста, 100 монет. Я тебе на следующий ход дам. А, я еще и всех встретил, зашибись. Кстати, у них такой континент выглядит большой. Я, конечно, как тут... Как там проплыв, конечно, я без понятия, но континент выглядит большим. Что, а бомбарды я открыл? Бомбарды я открыл. Подождите, так я... Знаете что, я туплю. У нас же пока... А, нет, не принято.
было снижение за веру, но это в прошлой эпохе. Ладно, это не вера. Я думал, может, надо было сейчас покупать. Сколько у нас стоят бомбарды? Бомбарды, кстати, дорого, я помню. 235. Вообще, надо покупать. Я думаю, что надо сносить шумера. Давайте бомбарды, и он по науке... Я даже не знаю, купить кавалерии и носиться все грабить, например, ему. Например. Сход евангелистов точно нет. Движение в городах на других континентах. А на каком городе, на каком континенте города Шумера? На моем. Да, бессмысленно. Ну, то есть я подумал, если я буду их захватывать, чтобы они не отваливались. Ну, блин, получается реформа. Не знаю. Рабочих у меня в столице они нормально строятся. Я бы реформы денежного обращения, честно говоря, взял. Так, мгновенно предоставляет капер, отлично. Так, это мы сюда вырубаем лес. О, три хода. Сразу плюс три хода. Да, ну дворец Патала мы построим. Так, ну пока не видно, чтобы хоть что-то брали. Сразу, наверное, капер возьму, но я поплыву в сторону Шумера, да? Капера. И от рейдов побережья возьму. Буду ему там грабить. А чтобы не на чужой территории апать, нужна дружба или союз? По-моему, союз все-таки. Ну что, Верек, можешь какой-нибудь союз какой-нибудь жалко кинуть? Или турок? А ты кто? Голландец. Я, кстати, посмотрим. Сулейман. Так, а что тут ребята, кстати, хотят? А еще 50 где? Писатель. Ну ладно, не жадничай. Рыцарей. Бригад. Заповедник я сейчас создам. Так, вообще у меня два посла. Давайте-ка мы Женеву засоюзим. 174. Видите, как упало? У меня было 200, почти много, стало 150. Но я вернулся 175 и, в принципе, все еще лидер. Так что первый огромный... город в мире. Это первый. Ну, тут, извините, вот это Лян. Ладно, и давай. Геликарнас. Да, это вот просто... Зачем тебе проход, голландец? Я чуть не пойму. Хочу посмотреть, получится или не получится апнуть просто по дружбе. Ну, если с тобой друзья, эту галерку. Понял, понял. Все, проходи. Так, следующим ходом мы тут рабочую этого используем. Тут я науку имею плюс 15%. Может, снежок, короче, союз. Мастерская ускорится. Два банка. Ну, вообще, слышишь, погоду платить. Ну, слушайте, давайте, наверное, реально покупать тихоньку юниты. Кавалерию. Точно я тут не хочу никакого великого человека. Ну, этого хочу, но слишком много веры надо.
Ну, я бы бонус для Гава не оставил. Это я пока... Блин, с другой стороны, я покупаю... Давайте, знаете что, я поменяю на веру. Раз я хочу покупать, давайте попробуем совместную церковь поставить. Бонус соседства для кампуса все-таки оставлю. Рационализм уберу. И где у нас соседство священного места? Так, было 123 веры и 174 науки. Ну, минус 8 науки, нормально. Плюс... Даже чуть побольше, нормально. Что у нас в правительственной площади Шумера? Неизвестно. Вот его столица. У него правительственная площадь даже не видна. Но я, видимо, кавалерии просто буду врываться, ломать ему. И, наверное, надо мечником сюда встать. Где у нас... Порох, мушкетеры открыты. Просто чтобы он мне не поломал фабрику. Так, тут сразу банк делаем. Тут сразу банк делаем. Индустриализация открыта. Что с углем? О, кайфово я город тут поставил. Это я удачно поставил. Сразу строителя покупаем. Так, а где у нас еще уголь где-нибудь рядом? Не у меня, не у меня. У Шумера, у голландца, у Шумера, у турка. Ну, в общем, вы понимаете, зачем мне Шумера надо захватывать. Очевидно. Хотя бы просто... Вот тут науку пополучать. Для начала. Врываемся сюда, грабим клетки. Постепенно строим юниты. Кумаси хотел. Так, у нас, похоже, с кем-то торговля завершилась. Угу. Япония предложение. Норвегия предложение. Что там Голландия предлагает? Вот, там было рассмотреть. Предложение. Ну, в принципе, давайте приму. The key words of violent... Тут дальше не проплыть, ну, приблизительно понятно, я, наверное, двумя этими галерами вернусь, апнусь. Сюзерен, сюзерен. Вайтхаю никто не посылает случайно? Нет. Было бы интересно. Вообще интересно, нашел ли ее кто-нибудь. Ашан, я сейчас выполню задание. Итак, через три хода. Ну, не знаю, давайте Вунсу, наверное. Или поддержать. Давайте поддержим этого одного посла. Так, амбар.
Потом библиотеку. Фабрика электроники. Ну, это та же фабрика, которая плюс еще при этом дает культуру 4. По-моему, по производству столько же дает, как и обычная фабрика. А нет, она при энергии да еще больше дает. Какая-то Япония имба, честно говоря. Каждый раз на это смотрю. Вот там еще и химия недалеко. Уже. Ну, давайте будем говорить, я опасаюсь Голландию, если он захватит Норвегию в дальнейшем. Я опасаюсь турка, потому что у него выглядит очень много городов. То есть он скоро должен начать... Ну, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать городов. У меня восемь. То есть мне поэтому нужно голландцы. То есть турок... в будущем выглядит сильнее. Круче. Поэтому мне и надо что-то с шумером делать. Ну хотя бы сначала побегать, пограбить тут. Для начала. Но это я сделаю, когда я только сюда встану и апну в мушкетера. Я, наверное, могу уже... Давайте мы эти переведем сюда, будем в более близких городах покупать юниты. А, не, нехватка кавалерии, 280 надо. Я думал, могу уже сейчас прикупить. 5 Женеву перекупили. Ну, судя по тому, что это в начале хода, то это кто-то квест выполнил. Ну, я обратно. Извините, 184. Я сколько? Примерно 30 науки получаю сверху. За Женеву. Так. Глянем, что у нас тут в четвертом радиусе у столицы ничего нету. Ничего нету, хорошо. А, кстати, геотермальный источник мне достался. Ну, то есть это плюс наука. Плюс электричество, извините. Плюс электричество. Так, ну я бы вот здесь сейчас собирался и отсюда забегал. Отсюда посылаю пока торговцев. Как там англо-норвежская война? Ой, голано-норвежская. Да так, примерно как и ожидалось. Практически никакого результата. Но все-таки как-то... Видимо, все подводил. Хотя... Ну, какой сладенький город. Так, а что я тут поставил кампус? Какой тут кампус могу поставить? Никакой. Сразу... Я слишком далеко тут поставил. Театралка эти... должна быть вот осадные для этого города. Сидзуоки, да, театралка не тут, а Токио тут, а Якогамы тут. Мощнее. Так, ну тут крабов, наверное, обработаем. Угадайте, сколько промки у меня в столице? 6. 18. А, в другую сторону надо было гадать. Это победа.
Но зато у тебя... Слушай, у тебя в столице ровно столько промки, сколько у тебя городов, так что все верно. Ну да. Зато 18 городов, блин. Да? Он с 18 городами можно неплохо разгуляться. Я тоже так думаю. В принципе, даже если нулевые кампусы везде поставить, как бы, все равно выхлоп будет огромный. Народ только сейчас в торговую республику выходит, а я уже национализм закрываю. Так, ну, наверное, Викагами купим. Кавалерию. Так, какой мне... Мне в Якогаме еще нужно священное место. Кстати, амбар. Давайте мы амбар сначала сделаем, чтобы город рос. Где тут священное место нормальное станет? Так, ну театралка, да. Ну, грузины намного места было лучше, чем у меня. И вообще, очень крутое место. Так, а что я тут, собственно, капером могу воровать? Ни пуры, ничего. То есть мне кишу плыть? Ну, вот это 57-56 без бомбард не берется, естественно. Но, опять же, повторю, я планирую сначала просто бегать, грабить. Подождем, как он тут универ достроит. Так, после химии пойдем в экономику прямой на... Или в паровой двигатель. У меня угля, правда, немного для... А тут даже без баллистики прям экономика. Кайф. Ну что, будем лян прокачивать? Или, Век, у тебя поскольку караваны бегают? Или оманивают хаю? Давайте оманивают хаю. По 14. Чтобы уже быть уверенным. Классно. У меня к тебе по 21. Так, для давайте чего? Мы здесь купим амбар. Вот у меня сейчас этот Варгас, 21 золото. Это так классно. Но это еще первого уровня у нас, да, по-моему, союз? По 21. У нас тут 32, да. Вон в Амстердам есть. Видишь, а ты не хотел союзиться. Ну, тебе не кажется, что это немножко как бы нечестно? Типа, нет, ну, плюс, конечно, думаешь... есть мне и тебе, но просто у тебя там по плюс 21, а у меня по 14. Так я, видишь, я сижу, это, спонсирую всех по чуть-чуть. Раздаю золото. Почему кавалерию? А, лошади закончились, блин. Ну, давайте бомбарду тогда. Обращаешь мои города. Пока все. Че? Небольшие обращать некуда. Блин, почему рабочим нельзя захватить рабочего? Печально. Слушай, я бы тут еще купил. Может мне... Купить просто в Осаке посилы и тут поставить где-нибудь город еще. А кто-нибудь строит дворец Патала? Да. Где осталось? Нашел у кого спрашиваю. 48 ходов еще. Строй, не бойся. Ну, фабрику или... Нет, универ, ладно, универ. Все-таки рационализм. А, или я убрал? Я убрал рационализм, да, у меня ж на веру. Блин.
Кстати, я вот зря здесь священное место не подобрал. Видите, у меня Токио и Нагано из-за этого хуже растут, чем остальные города. Потому что у меня нет нехватка жилья и еды из-за отсутствия... А, стоп, так у меня Нагано есть. Нагано как раз хорошо. Якогама плохо растет. Якогама и Токио плохо растут из-за нехватки священных мест. И мне плюс сейчас еще не хватает... веры для покупки юнитов. Так, а зачем нам дружба, шотландец? В чем идея? Он боится, что Греция нападет на него. Так, а я тут при чем? Знаю. Я просто всем покидал. Ага. Просто дружелюбный человек, я понимаю. Слушайте, это дружба 30 ходов, это удобная стратегия. Я, конечно, ну, как бы не полный. Ну, вот я плыл в ваш контент, так ощущение, что он какой-то у вас вообще огромный по сравнению с нашим. У нас вообще маленький остров, даже считайте. Там просто у какой-то. Четверых, например. На самом деле, без фабрики лабы нету смысла строить, поэтому сначала фабрики электроники, ну то есть они дают, конечно, науку нормально, но... Стоит ли мне Амани? Я бы Виктора назначил в Якогаму, пожалуй. Следующим ходом объявлю войну. Там можно вырубать. Я только думаю, для Нагано или для Якогамы. Наверное, все-таки для Нагано давайте. Там все-таки у нас, извините, этот сидит. Магнус, а но клетку обратно Якогаме отдадим. Просто я понимаю, ты испытал инженером построил? Нет. Так как он прям сейчас закончился, я что-то не понял. Читы? А, подрубил все. Так он же сказал, читы их подрубил. Да, подрубил читы наконец-то. О, а вот и заповедник. Так, ну тут... Ну, вот и читы в том числе. Мне просто каждый район это уникальный. У Японии каждый район это, считай, уникальный район какой-то. Это, считай, этот греческий уникальный район в каком-то смысле. Даже лучше. Каждый район. А пошли, наверное, черепахи обрабатывать. Так, тут гавань или священное? Давайте священное место. Будет очень хорошо все расти. Рыбы. Грек, ты решил ко мне поселиться? Блин, тут еще какой-то остров. Прикол. Это Тура говорит, да? Да. Ну да, я один город сюда поставлю, мне чисто ради жемчуга. Строительная инженерия. Создание строителей. Две полевых пушки.
А где у нас полевые пушки? Давайте откроем, да. Я вообще книгопечатание, потому что я увеличу... А, блин, я ж в экономику иду. А, давайте сначала экономику, потом книгопечатание, потом баллистику. Где полевые пушки? Пока не будем. Давайте естественную историю попробуем. Ну, я ж получаю культуру за строительство зданий. А у меня тут вон раз, два, три строится. Четыре тоже, конечно, зданием считается, походу. Не знаю, мне все еще этот заповедник напишите в комментариях. Я все никак не могу для себя найти хорошее применение этому району, честно говоря. Кстати, надо было поставить на перемещение со своей территории еще к боевой мощи против... И... Ну, кстати... Вот это все надо бы поставить... Давайте откроем. Во-первых, плюс 4 к боевой мощи нерелигиозным юнитов против войск иноверцев, потому что у шумера это стопудово. Плюс 1 к перемещению можно поставить, да? А здесь нету от олигархии, я олигархию не использовал. Я себя прям лучником защищал. Да, мирно существовал, не мешая нападать все равно. Кто на тебя нападает? Да, Алексей напал. Жестко напал? Да нет, ну, там, это мне шумеры, он готовил войска, там концентрировал ко меня, чисто защитить. Предупредительный удар начальный. Ну, на каких юнитах он напал? Я ничего не концентрировал, у меня, блин, один рыцарь, один мечник, один арбалетчик. Я понятия не имею, о чем говорит Леша, если честно. Кто-то из нас врет. Ты как по ощущениям отобьешься или нет? Ну, сомневаюсь. Не, я типа понимал бы, если бы там у меня было там 600 очков там по науке, но у меня 90 науки, там 55 культуры. То есть у меня 200 науки, у тебя 600, и я бы на тебя решил напасть, да? Мне кажется, нет. Обычно нападение, оно подразумевает, когда какая-то конкуренция есть в победе, но типа... Правильно, у нас есть конкуренция в победе. Того, что я тогда за рабочего 15 голды не отдал. А ты так и не отдал за него? Ты вроде обещал дать 10. Я тебе дал деньги вообще-то. А, ну да, именно из-за рабочего, да. Ну а что тогда причина нападения? Грек. Во-первых, 18 городов турка. Во-вторых, война
голландца с норвежцем. То есть там усиляется турок, усиляется голландец. Что мне делать? Да я не усиляюсь. Я как бы это, скоро уже, видимо, заканчиваю на мине. Усиляется голландец, а надо нападать на меня. Ну ладно. Да я не могу на голландца напасть. Усиляется в ответ, но... Я не могу напасть на голландца. Можно было попросить границу открыть, пожалуйста. Зачем мне границы? Потому что ты хотел на голландца напасть. Говорю, я не могу на голландца напасть. Я сделку приложил. Короче, смотри. Сейчас... что-то пройти к нему не можешь. Короче, смотри, сейчас на меня нападает Греция, мы можем его вдвоем попилить. Чего? Я на тебя не нападаю. Да, рассказывай. Короче, смотри, я подхожу войско к Мехико, и мы с тобой его пилим, а там поделим, короче. Да, на меня я тоже шумер напал. Я предлагаю тебе выгодную сделку. Надо было военный предложить, что ты... А на голландца норвежец напал, уже, да? У меня уже военный есть, поэтому как бы все равно мы его сейчас запилим. Вообще на изи. Я просто не ожидал вообще, типа, обычно, когда много очков нападают. Ну... Нет. А почему нападать, когда много очков? Много очков это уже с кем-то, ну, как его, скооперировать, не, может напасть. Понимаю, поэтому, не знаю. Что было? Подождите, там вылетел... Кто вылетел? Индонезия вылетела. Индонезия. Не, там не убивайте его, если он там... Индонезия, ты тут? Я тут, меня же слышно, правильно? Да. Ты вылетел. Что? Он сказал, что перезайдет. Так, меня волнует только, если тут какие-то войска побегут, но ему надо как бы через... Ну, вообще, тут бы проверять. Так, давайте, наверное, еще бомбарду, пожалуй. И давайте тут, наверное... Рыцаря... Когда я там кирасиров... Нет, кирасиры как-то долго. Просто рыцарей в танке бы хорошо потом пождать, наверное, рыцарей. Ну, я сразу скажу, если у меня там столица отвалится или пара городов, я... Наверное, мне отсюда какие тебе нужны. Ну, типа, тут невыгодно, понимаешь, если ты сдаешься, как бы, такой себе, ты тупо фидишь. Ну, как бы... Предлагаешь мне там с тремя сотнями очками доигрывать. Ну, окей, хорошо. Ну, окей. Нет, он предлагает тебе сопротивляться. Правильно. Нет, я тогда пойду просто как-нибудь на чем-нибудь более серьезном тебя захочу. Могу еще сказать пиццу, но... Хорошо. Нет, пожалуй, не буду атаковать. Чем мне бы сюда встать? Подождите. Сюда... Подождите, я что-то не пойму. Осады нет, потому что вот сюда мне надо встать будет. А может, мне тут вряд ли кто-то сможет. Ну, так что... Голландец в союзе, норвежец тоже. Так что я тут один на один. Вот он, закат шумерской цивилизации. Поздновато. Извините. Поздновато. Да ладно, господи, чего уж тут. Так. Я знал, с кем соседствовал, но проигнорировал это.
Я делаю береговой рейд, потому что, по идее, плюс 50 должно быть. Нет, плюс 25 на скорости. Ясно. Но все равно я больше получил, чем с разграбления гавани. Короче, не знаю, хочу почему-то купить посела тут. Так, есть фабрика электроники, угольную и... Ладно. А чем он выносит эти? Да я, кавалерия прибежал и бегаю, граблю ему клетки. Ты же понимаешь, что кавалерия против 50, против 60 городов тяжеловато. Блин, тут священка. А где тут священку, интересно, мне ставить? Я про аншант забыл, который плюс 2 науки за шедевры дает. Кто-нибудь вообще шедевры использует? Ну, в общем, Али. Так, что-то шумер расстроился, я по голосу слышу. Али, ты принял сделку? Я просто не вижу. Ну, он, кстати, мог на колясках на меня напасть. Но здесь, честно говоря, вот это тяжело берется. Я не знаю, он, как он дальше планировал. Хотел подольше посидеть. Но я не могу его оставлять, когда, извините, 18 городов у турка, и голландец планирует забрать норвежца. Он, конечно, голландец, говорит, отошел, но у голландца... Извините, в два раза больше науки, чем у норвежца. Очевидно, что он его заберет в итоге. Хватили. А, аншан. Это я что-то провтыкал. Нет, акведук золото дает при разграблении. Золото? Да. Ошибся. Тут оставить, чтобы следующим ходом на одну клетку быстрее пройти. Ну, мне надо снять стены, а потом уже захватывать. Так, Алексей, что ты хочешь? Ты города мои забрать, что ли, хочешь? Да. Вы считаете меня ветреной? Не, легкомысленный, извините, легкомысленный. Не понял. Это цитата из «Ирония очень судьбы». Тонкая отсылка. Мне не нравится этот фильм, плохой фильм. Куру предложение. Так, я могу строить корпорации, но... Сразу говорю, Алексей меня сожрет, так что если... И вас японец не беспокоит, у которого 630 очков, то стоит задуматься. Хотим, наверное, прямо на... Хотя, слушайте, он там... Проси денег, хапни каких-нибудь там пикинеров, не знаю, вэфку поставь. Кавалерия дефается. Гайды от Челинья пошли. Но он тебе как бы дело говорит. Ты так сразу расстроился, как будто... Ты вообще, вот все кроме самолетов, ничего не дефается. Вон смотри, норвежец
в два раза... Ну, как бы у нее столько же науки, сколько у тебя, и на него нападает голландец, у которого тоже столько же науки, сколько у меня. Однако Нарежет почему-то отдефался. Пока. А ты, ну, да? Нарежет нападает первый вообще, поэтому я отдефался. Я объясню. У меня есть такие подозрения, что некоторые вещи я не умею делать ввиду того, что я не так давно играю в сетевые игры. Цивилизация 16. Ну вот тебе сейчас Челлинио сказал идею. Если я нападаю кавалерией, то против нее пикинеры, которые плюс 10 имеют против кавалерии. Тебе для них даже не нужны ресурсы никакие. Виктора сажаешь, стены построй там под карточкой. Ну, у него стены нет, но стены у него есть. Турок, посмотри, тебе устраивает предложение, не устраивает? Если не устраивает, может поменять. Так, а что нам черепахи... А у тебя есть еще свинки? А то у меня все ресурсы берут такие, типа... У меня, по-моему... Нет у меня свинок. Черепахи у ногой, блин, а что там черепахи дают? Шотландия, я предлагаю тебе дружбу. Черепахи что-то странное, по-моему. А, 15% культуры. Не, это давайте в ногое надо. Это в ногое мы организуем. Так, вот тут лес. Нам в ногое реально нужна фабрика. Что там, производство черепашье. Давайте я даже куплю здесь строителя для этого. Здесь я куплю мастерскую и буду строить фабрику. Боже, какой Киото офигительный город просто. Я тут еще не все клетки ему передал. То есть надо вот это вот все еще обрабатывать просто. А, все равно, кстати, осада считается, потому что у меня зона контроля вот этих клеток. От... То есть не обязательно прям даже так окружать. А, кроме того... Тебе имеет смысл в городе купить или построить юнит, потому что он тоже повышает защиту города. Построить. А слушайте, а овцы? А, веру дают. Ну, наверное, можно уже атаковать начинать. Следующим ходом... Кстати, больно ударит. Но я могу объединить, наверное... Даже не так сделаем, а так объединим. Когда он тут уже прокачается? Я все хочу на плюс 10 от стрельбы взять. А мне все игра не дает. Блин, я еще забываю постоянно, что плюс один движение своей территории, он классно на рабочих действует. Потому что он начинает на своей территории и очень далеко бежит благодаря этому. Так. 15% науки черепашки. Так, книгопечатание, потом баллистика. Надо выкупить сразу вино будет. Да, ё-моё. Отступлю.
Так, пропустим. Ну, я сейчас сниму силу, просто захвачу урок и одним из кавалеристов сюда прибегу. Грека, у тебя что, вообще только один апельсин? В смысле? Ну, у тебя есть еще один апельсин какой-нибудь? Есть, но далеко. Я до него не дотягиваюсь. Может, там город поставишь? Помирился с Аншаном. Мне просто прям нужно, короче. 207. Может быть, но не сейчас. 207 науки, красота. Так, еще 5 ходов до возможности строить священное место. Диалоги, конечно же. Как я тут по культуре? Ну, это Аютхая. Вот, честно говоря, я даже считаю, что эту игру у меня все хорошо не из-за Японии, конечно, тоже бонус очень плохой, а именно Аютхая. Мы открыли социальный суд, естественно, история. А что там, кстати, ну, кроме археологов, 2 посла. Аквапарк, кстати, тоже. Ну, тут в Нагано сначала надо будет театралку сделать. Кстати, очень неплохо у меня добавилось очков эпохи. Ну, я захвачу урок, это еще плюс к очкам эпохи существенные. Плюс будет. Сай, вот это, мне кажется, неправильно Шумер тут этот город ставил. Просто потому что он теперь там держит эту армию зачем-то. Даже ко мне прийти не хочет. Поставил там военный лагерь, так беспокоится из-за того, что он отваливается постоянно. Блин, я не могу тут стрелять. Это подстава от бомбарды, кстати. Да когда ж тут прокачку-то дадут? Следующим уже. Опять он Аншан перекупил. Ну, я просто хочу снизить тут. Убрать стены уже. А, еще и прокачку получил. Нафига ему Монсен Мишель был нужен? Так, город я, по-моему, захватить не могу пока. Жаль, тут чуть-чуть силы не хватает. Чуть-чуть. Тут фермы построю. Есть мобилизация. И где? Далеко. Так, тут стоим. Или апнуть до каравеллы? Это, наверное, апну. И отправимся дальше. Мне не нужно две каравеллы на самом деле, но они ездят быстрее, видят дальше.
Дед-бородед перекупил Аншан, чтобы он воевал с голландцем. Но мне только в плюс, чтобы он со мной не воевал. Потому что ну, он тут, конечно, так находится. Возможно, ну хотя если я Шумера захвачу, мне хочется способности Аншана использовать. А, слушайте, мне сюда надо религию принести. Так-то оно не будет... Не будет тут еды и жилья без моей религии. В Роттердаме прекратилась засуха. Монумент, амбар, водяная мельница, библиотека. Все ремонтируем. Давайте на автомат. Там норвежец, что ли, сам в атаку перешел? Ну так, чисто может еще пограбить даже. На выше юниты посливал у него тут. Тоже на автомат хай исследует. Кампус плюс 3. Дальше тут плюс 4, но тут тоже будет плюс 4. Я еще надеюсь тут какое-нибудь чудо построить все-таки когда-нибудь. Я мастерскую куплю. Фабрику тут тоже куплю. А кампус буду строить. Археологически надо мне вот тут убрать для священного места. Я не смогу там священное место иначе ставить. Тут нельзя все обрабатывать, потому что иначе уйдет бонус вот этот. Обстреливает. О, стоп, у нас тут кавалерия. Против дальнобойных. Мародерство меньше. Ну, блин, я уже захвачу, пока он прокачается. Так, с кем-нибудь торговать можно? Чем-нибудь?
Две черепахи. Кого-нибудь черепах вообще нету? Что-то кажется, они у всех должны быть. Да. Черепахи — это самый ресурс, который больше всего вообще. Слушайте, а мрамор где-то еще есть? Вот, наверное, у меня вопрос. А ты недавно послал Ваншан в таком количестве или как? И у меня сейчас полка подубавилась. Если подубавилась, Ваншан? То... Нет, я не там. Блин. А, ну окей, просто если мы за этого воюем... Ну, тут недавно это изменение в науке было. Нет, правда, если он туда не отправлял послов, и он стал сюзереном, очевидно, он там что сделал? Ну, понятно, мне просто интересно, когда именно это произошло. А, это он прошлым ходом сделал. Так, оставляйте ли мне киш? Вообще какой-то... А, ну тут у нас уголь. Да, уголь надо оставлять. Он еще и его нанял. Блин. Вот гад, да? Угу. Это всего лишь напал на него. Норвежец нанял армию Аншана. Вот зачем он его. Он ответил, да. А, вот кто так делает? Я вообще не понял. Надо было просто заключить мир, да? Ну, не говори. А, идеологии, слушайте. Это ж, вы что, это супер... кампусы и промышленные зоны... Центр коммерции гавани. Хм. Плюс у нас тут еще плюс 4 влияния. А, да. Алексей еще и сын бога ГГшка сидит. Офигеть. Нашел ГГшку. Кто-нибудь знает вообще, где Япония находится? В Юго-Восточной Азии. Она, короче, южнее и чуть восточнее, чем Китай. Посмотрим, насколько меньше у меня веры. На 20 веры меньше. Ну, вопрос, так. А наземные юниты, спустившись, могут грабить караван или нет? В смысле, наземные юниты что могут? Ну, спустившись на эти, на воду, они могут грабить? А, нет, нет. Успокою. На воде грабить только могут морские юниты. Напну. Привет. Монумент... Центр коммерции. Да, там я кавалерию, конечно, зря потерял. Куда это вот падает? Так, археолог. Да, Турция, конечно, территория у тебя просто немерена. Ну, ты учти, тут должен был грузин быть на половине континента.
Или алюминий давайте. Давайте алюминий, потом авиация. Нафига мне? Честно говоря. Эти броненосцы. Шотландия, а? А тут мы в коммунизм пойдем? Не, мобилизация долго, да? Коммунизм намного быстрее, через фашизм тем более. Двух послов. Ну, я думаю, что ГГшку нашел только Челенья. И он пока ее... А, нет. Так, ну нам надо держать тогда послов, потому что это самое важное для меня. Хотя и Женеву я удивлен, что мне позволяют сюзеренить. Но тут почему-то дед... У меня напоследок предложение. Если хочешь, можешь туда еще какую-нибудь помощь материальную для войны кинуть. Это вот так ты союзнику помогаешь, да? Ну... Я... Что там за скрипел? Я могу союзником убрать им твой. Как не пожалуй? Шумер, впрочем, тоже мой союзник. Да ладно. Надо мной еще издевается. У меня еще столицу забрал Алексей, и мне еще голландец предлагает присоединиться к войне с норвежцем. За-за-за, кек-кек-кек. Да я сейчас не подумал, что у тебя что-то автомата войны не было, надо было заранее, раньше всего тебе кидать это так. Ну, чтобы для плюс пяти. Блин, из городов стены бьют, там лучники, арбалетчики бьют, вообще бесполезно абсолютно. Алексей специально будет к лагерю военному, чтобы я его обстрелил, чтобы он апал юнит, и я себя просто идиотом чувствую. Ну так это уж как бы арбалеты уже против кирасиров и кавалерии устаревшие. Ну я понимаю, да. Это я уже понял. Ну я не для того, чтобы ты идиотом себя чувствовал, я пряности защищаю. Я иронизирую просто. Я просто не понимаю, что ты там всю армию свою держал. Давайте, ребят, продлевайте союз, что вы это? Где я держал всю армию? В Уре. Всю вообще, армию? Это... Ты про одного рыцаря и про одного арбалетчика? Так ты сказал, что у тебя один рыцарь, один арбалетчик и один пикинер. Вот из них... Грек, принимай. А, чего? Ты этого испугался, правильно понимаю? А, вот мы тут сейчас пограбим, кстати, ферму и вылечимся. Ну, по идее, не должны успеть отвалиться. Блин, это сильно. Ну, я бат Тибиру заберу и все. И, ну, в смысле, уже ничего не будет отваливаться. Слушай, так, пошли к Непуру. Мы с тобой вроде культурный союз заключаем, а что-то караваны друг друга не пускаем. Я пускаю. Мне, короче говоря, не получается отдыхать, потому что я через чего? 10 ходов сейчас уже отъеду, скорее всего. Ну я к шотландцу к тебе отправляю. 74 веры. Не, давайте мы это оставим все уже себе. Вот весело, мне через 20 минут на учебу собираться, а я сижу. То есть ты через 20 минут собираешься уйти? Ну, кто через говорит? 20 минут на учебу. Это Греция. А ты Греция у нас? Я к Богу собираюсь. Взял такой союз, принял такой, мне собираться пора. Японец к Богу отправить через 20 минут.
к працам. Какого-то, то есть это меня убили арбалетчика, тут варвары, и мне игра предлагает его еще. Меня, кстати, удивляет, что голландец не нашел этот остров. Какой? Ну, где я заселился, где у меня два города стоит. Ну что, ученых не начисляем? Да, я предлагаю ученых. А, вот это с... А зачем? Давайте начисляем ученых. С ГГшкой? Вот такой. Че, грек, я... к греку до каравана? Ко мне? Или забаним Алексею каравана? То, что он лидер. Я предлагаю Алексею забанить. Алексей, предлагаю него... убить караваны в тебя или в меня. Нет, я предлагаю Алексею забанить караваны, голландец... потому что он уже лабы строит. Голландец, я за тебя голосую. Он уже лабы строит. Скай строит. Если вы забаните караваны, некому пускать. А, точно. Кстати, конечно, еще и норвежец. Да, давайте за караваны ко мне. Точно. Ну, точно, круто. А я наш континент что? Давайте наш континент против Алексея весь. Клево. А давай против тебя. Кайф. Такой, сидит турок 216 науки, у меня 223 науки. Такой говорит, а давайте весь континент против Алексея. У тебя уже лабы строятся, я вижу же. И что, а у тебя что, не строится? У меня еще не строится. Одна теха осталась до лаб, кайф, кайф. Да, давайте весь континент против Алексея. А я за, да. Прикольно. Хорошая идея. Отличная идея, тоже так думаю. Турок там сидит с миллионом городов. Подговаривает против меня драться. Ну, Алексей сейчас тоже будет столько же городов. Ну, круто. Караваны тут почему? Да, караваны, тут караваны. Они мешают развитию, если их отменить, типа. Так они мне помешают, у меня единственный сосед получается. Ты куда? Следующим ходом упадет. Да, блин, что за говно инженерное. Ребят, инженера забирайте там. Катя, сколько у меня? Ага, 7 ходов. Так. А самурая я могу купить? Все, я самурая своего пропустил. Так и не использовал. Слушайте, у меня надо какое-то чудо, видимо, строить тогда. Что с чудесами? Катаку, Инхрам, Минакши, Тадж-Махал. О, давайте Тадж-Махал, кстати. Отлично, он 6 ходов строится. Ну, в любом городе, так что можно его тут запускать. Да, но если я против, чтобы этот город убивал. Я сейчас туда тоже приду. И до тебя войну объявлю. Пограбить можешь, но не более. Чё за город? Напомни, за кого ты там играешь. Я за Турцию. За Буку-Бяку, который всем запрещает фаниться и убивать города. Да, надо добить, наверное, так. И вот так. Пока дальше держим послов. Не могу священное место идти поставить, потому что тут фигня. Так, ну, театралку, ладно, угольную давайте. Я хочу священное место, потому что город должен будет, так, сможет тогда расти. О, а что, почему только одно? Удваивает очки торговца. Господи, а кто это туда так? А, Мали. Понятно.
Нет, должен успеть. Не хочу туда пересаживать. Главное Баттибиру забрать, потому что он, у него большое количество жителей. Это именно он влияет. И на Урук тоже. Торговые пути могу. Давайте, наверное, в Такамацу куплю. Инданес, договориться никак не хочешь? В смысле? Ну ты будешь его убивать, этот город? Не знаю, я думаю. Тебе скажу. Может быть, не скажу, не знаю. Потому что мне этот город очень много дает, и я не могу его позволить убить. И как видишь, я не лидер далеко в этой игре. А я вижу, что ты лидер. Почему ты не лидер? Подожди. Потому что у меня меньше науки и меньше очков. Я вижу, что тут три лидера. Я, ты и голландец, по моему мнению. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!